когда в арт-центре «Аурум» входишь в пространство забытых снов Николая Лукина, то начинаешь испытывать тревогу. Эти полотна беспокоят, смотрят на зрителя глазами своих удручающих лиц. Но главное, и что резко выделяет эти холсты из большинства создаваемого в городе, то, что тут тебя не стараются увеселить, развлечь, ублажить, но, напротив, проговорить нечто важное, сокровенное, удачно подавляемое и отодвигаемое в суете каждодневья человека. Живописец уверяет, что опасения и тревоги приходят к нам во сне, всплывают. Стилистически столь выбивающиеся из общей художественной струи работы могут отсылать Джеймсу Энсеру и даже Эдварду Мунку. А потому выставка носит под название «Корчик». А потому и Ирина Викторовна Галина из Института детской реабилитации имени Януша Корчика пришла на открытие. Интроверт и остро чувствующий мир Николай Лукин, хотя и происходит из семьи художников, но, похоже, сумел найти свой собственный язык высказывания и темы, которые всецело принадлежат подлинному искусству живописи.